Здравствуйте, я Денис Курбатов, стоковый фотограф. На канале я делюсь с вами и фиксирую для себя придумки, задумки в таких фотодеятельностях, как стоки, услуги, проекты, лайфхаки. Потому канал назвал SUBL. Сегодня серия будет о стоках и, возможно, о лайфхаках. Это разбор послесъемочного пространства в фотостудии домашней и превращение в относительно свободное пространство, практически жилое. Вперед! Да, это театр одного актера. Я и снимаю, и участвую в съемке. Иногда, вообще-то, сейчас в большей степени я справляюсь сам, потому как отлаживаю систему организации и самой съемки по-новому. И на себе это испытываю. Сейчас студия будет превращаться постепенно практически в жилую комнату, в жилое пространство. Буду иногда останавливаться на каких-то особенностях, и может кто-то что-то для себя почерпнет, а я просто зафиксирую для себя какие-то свои находки или усовершенствования. Вот на переднем плане я убираю зонтики, они у меня прикреплены со светильниками на стойках для ванны. Кстати, видео с этими стойками у меня есть в ленте. Чем хороши эти стойки, что они внизу не занимают места, распорка идет в потолок и в пол. И потом я эти стойки куда-нибудь в угол передвину по периметру, и их не будет вообще видно. То есть площадь будет свободна, но и заново не нужно будет раскладывать каждый раз эти стойки. Парочку стоек задействовал обычных. Вот я их складываю и вешаю на стену на крючках. Убираю свой двухсторонний стол. На одной стороне наклеена темная текстура деревянная, и на другой более светлая текстурка. Ножки стола — это передвижные тумбы из прозрачных ящиков. В ящиках сложен реквизит, и эти тумбы на роликах, соответственно, я могу двигать их, освобождать пространство для съемки и иногда использовать вот как вспомогательные элементы, что-то поставить, облокотить, закрыть. Отключаю верхний источник света, это однокамерная вспышка Nikon, висит там продета в репортажный софтбокс. Поднимаю хромакей фон руками, потому как все остальные поднималочки заняты под классические фоны, это черный, белый, серый. Так, возвращаю предметы обихода на свое место, сын занимается на клавишах, мы чуть-чуть подувлекаться стали. Полезная, веселая тема, можно отдохнуть. Ну вот, основное пространство уже расчищено, свободно, и можно устраивать уже семейный данс-пол. Итак, все убрано, да здравствует свобода. Если кто-то для себя что-то почерпнет полезное, буду рад. Оставляйте каким-то образом комментарии или давайте знать. Я также... Бывает, у кого-то смотрю что-то даже из других областей, трансформирую под себя, под свои задачи. У меня на этом все. Пока!